Hello! Здравствуйте! Здравствуйте! Пятница, конечно, весело. Просто Андрей уже с утра пораньше как бы все порешал насчет вечера. Сейчас еще доделал дела. Так, несколько часов и... Че? Привет из Анапы. Hello, Анапа. Хорошего всем настроения, удачной пятницы, конечно же. И чтоб зарабатывали, а не работали. По писярику. Что это значит? Не, у меня сейчас дела. Сегодня я до вечера на паузе. До вечера на паузу. Привет, Уля. Здрасте. Привет из МСК. Здрасте, МСК. Всем привет. Всем прям хорошего настроения. Раньше было как... Погнали тусить. Так, у меня уже планы выстроены. Все, всем спасибо. Возможно, где-нибудь в Москве пересечемся, потому что я буду плыть на Титанике. Лево-право, лево-право. Андрей, ты будешь на закрытии фестивальной моды? Маша будет играть на скрипке. Блин, я не знаю, первый раз такое слышу. Меня никто не приглашал. Но так бы, может быть, и сходил. Дело все равно, как бы, отлично выглядишь. Спасибо, очень. Душевно, приятно. Сегодня ночью буду просто отлично выглядеть. Пересекуны. Что такое пересекуны? Красавчик. Как настроение. Настроение бомба. Отличное настроение вообще. Сейчас вот все по маслу должно по рабочим моментам. Чик-чик-чик. И потом... Привет, как обычно, на позитиве, молодец, спасибо. Хотя еще сегодня, буквально несколько часов назад, я не мог раздуплиться, а сейчас я все, короче, в хорошем настроении. Ты был в Омске? Нет, в Омске не был. Песня вообще просто бомба, я надеюсь, ее сегодня включат. Блин, ребят, вам просто бы, я не знаю, включите все AirDrop, Bluetooth, я вам по настроение просто свое передам по Bluetooth. Ух. Мне просто, когда вот я слышу слово пятница, мне сразу... Круто. Шклов, привет, был, кстати, Спартак Шклов, у вас такая детская юношеская команда была, играл, помню, мы их, конечно, 7-0 отвозили, 3 гола забил тогда, помню, как сейчас, просто это лучше был. Чем... Какие планы сегодня? Шикарные, шедевральные, классные, нереальные. Чем занимаешься после проекта? Таксую, таксист, обращайтесь, пишите в директ, лично приеду. Много за ночь. Нормально. В Новосибирске был? Нет. Где холодно, я не езжу туда. Привет, здорово, брат. Здрасте. Мальчик, кайфушный такой. Ты сказал, что любитель. Любить друзей нельзя. В смысле любить друзей нельзя? Первый раз что-то такое слышу. Ты классный, спасибо. Ты что, накурен? Нет, просто вы не представляете, меня сегодня прям выспался. Я не знаю, что произошло. Я, короче, лег в 12 ночи, меня прям как ёбнуло по голове. Только чувствую, что прям вообще заснул, вообще идеально. Встал просто туда-сюда, кофеек, хоп-хоп, поработал. Сейчас еще пару моментов. И... Осень, вот эта песня, блин, я знаю, кто ее, где ее включат. Я знаю. Чех, она номер один, Миша, если ты тут, запомни, я всех твоих диджеев заебу с этой песней. Андрюх, ты не накурен? А почему Амиран не дал канал на ютубе? Напишите Амирану, спросите, я не знаю. На рекламе не зарабатывай. Андрей, ты кто по знаку зодиака? Стрелец. Привет. Круто, спасибо. Здорово, милый. Здорово. Что виновата сама, не сводит душу и тело, так за тобой заболел. Трек «Грустный дэнс», Артик и Асти, мои любимые. В Чехана номер один, Цветной бульвар номер, ой, два, сегодня будет там. И я буду сегодня орать просто орать. Я в Минск собираюсь. Музыка громче.
Офигенно тебе, бородка, спасибо. Убавь музыку, убавил. Тебя плохо слышно. Погнали в Мурманск. Нет, такие планы на вечер. Шедевральные, шикарные, крутые, нереальные. Ты с Барбиком дружил, ну, так было весело тусить. О, нет, я лично с ним не знаком. Ты что-то пил сегодня? Чай. Чай. Просто настроение хорошее, потому что рабочий процесс должен быть прям нереально крутым. Яночка, привет, Янусичек. Мой курган, моя любовь, моя Тюмень. Сегодня, кстати, с Тюменью вообще просто целый день на связи. Я прям в шоке, молодцы, конечно. Я постараюсь приехать. С Машей смотрелись. Понял, круто. Сегодня в Минск. Не, в Минск я не еду, я максимум микс. Привет, ты прикольный, спасибо. Болела за вашу пару, приятно. Но это давно было, и давно. Вачела, здорово. Ты белорус по эмоциональности, да. Привет, Шри. Клевая песня, скоро пойду и концерт. Мишка, братик, братик, ты слышишь эту песню? Все налично. В моем мире другая идея, новые люди, новые. В поисках чувства. Инстамодели. Но в душе пусто. Братан, я эту песню сегодня буду орать. Пожалуйста, братан. Просто меня поддержи, не останавливай, хорошо? И если я какой-то устрою опять беспредел, ну, как бы, Бог простит. Ну и надеюсь, ты, брат. Привет, Петрос. Классная песня, мне нравится. Я согласен. Побольше тебе подписчика пойдет. С кем идешь? Ой, с кем я сегодня иду? Там катка, конечно, нереальная. Сегодня будем тусить, Мишань, я уже скучаю по твоей пьяной рожечке. Бро, соль собирал пылесосом. О, Ariel, Арли. Не понимаю, английский не знаю. Тебя уже все любят. Ну да, на самом деле, только когда я тогда беспредел устроил, меня там вообще ненавидели, черный список хотели и убить хотели. А сейчас, как домой захожу, вот это приятно. Называется, встречаешь сразу один человек, а потом как бы меняется человек. Я тоже безумно люблю Чиха, но я уже все, я уже скучаю, мне уже, сейчас надо вот дела закончить и как бы... Круг говорят о войне. Ты реально милый, спасибо, очень приятно, ты меня прям в краску вогнала. Бро, мы с тобой. Спасибо, ребят. Я очень рад, что вы со мной. Вы у меня самые крутые. Вот прям каждого вот приехал бы сейчас к вам домой. Обнял, поцеловал, расцеловал вообще. Я за тебя поручился. Брат, я знаю, что все четко будет. Ну, братан, я беспредел в последнее время не творю. Я как бы просто... Я, кстати, вообще наоборот там движуху создаю. Своим настроением веселым. Я думаю, мне уже за это пора платить. Сколько раз Андрей пел песню Егора Крида? Я ж отвечал. Я же уже отвечал, уже его деньги перевел, я вообще не понимаю, в смысле. Надо, кстати, чтобы вот этот человек скинул, что я ему реально перевел. То есть подумают разводняк какой-то. У тебя прям настроение огонь, да, это да. Да, и я разожжу, какую еще музыку слушаешь? Ой, очень разную музыку. Мишаня, 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 я уже все просто, я на заряде. Блин, через 3 часа еще приезда, ё-моё, 3 часа, что 3 часа, молиться что ли, я не знаю. Улыбка прекрасная, спасибо, спасибо за... Привет. Здрасте. И... Привет, человек, настроение хорошее. А, хорошее настроение. Здравствуйте. Ива Тушенкова, Алена. Или Алена. А ты их там встречаем. Как относишься к их, ну, положительно, супер положительная, вообще подруга крутая. Сейчас напрёк, все, чтобы все четко было. Брат, ты знаешь, я тебя люблю больше жизни. Так, сколько лет тебе сегодня? У меня сегодня не день рождения, но мне 23 года. Вчера, сегодня и завтра. Молодец, на юморе. Но бывает. Привет, прям зайка такой милый, спасибо.
Спасибо. И привет для вас. Ты когда будешь, попросил, чтобы эту песню включили. Да я сам к нему подойду, слушай, я с ним вообще на близких. Я ему когда включаю, говорю включить эту музыку, сразу движение находит, сразу. Что делать? Что думаешь о ставках? Негативно, негативно. У него каждый день день рождения. Да, Мишаня. Молодец, спасибо. А когда у тебя ДРЭ? 14 декабря. На видос будешь снимать? Что именно на видос снимать? Сегодняшний вечер или как? Я думаю, мне нужен в таком случае оператор, потому что я буду хорошим снимать. Ну, я уже буду такой ближе к утру. Сегодня, да. Дре. А, спасибо, ура. Как тебе хорошо, я тебя понимаю сильно. Спасибо. Маша тоже очень хорошо к тебе относится, только хорошо о тебе отзывается. Блин, я безумно Машу уважаю, люблю, ценю и вообще. И... Да, сегодняшний. Что сегодня? Не, сегодня нет. Обожаю тебя. Детка, панка. Короче, надо уже пойти утюжить костюм, рубаху. Все, короче. Обожаю тебя. Приятно, на самом деле. Очень приятно. И поэтому, ребята, кайфуйте. Одна жизнь, один шанс. Вы не проживете жизнь вашей. До свидули, тули. Обнимашки.